Это была последняя техника Гая. Я почти умер, сволочь! Но в благодарность за столь отличный танец, я добью тебя до того, как ты умрешь сам! Толстобровый сенсей. Наруто. Ты... Нет, ты выглядишь иначе. Я и сам пока еще не понял. Но теперь я думаю, что мне все по плечу. Его чакра не угасает. Неужели он смог предотвратить смерть после открытия восьми врат? Он смог дотронуться до сферы. Быть может, он... Сон, поделишься со мной своей чакрой? Лады! Искусство отшельника, стихия лавы, Расен Сюрикен. Лимба. Что? Он уклонился от лимба? Взрыв! Дерево повреждено. Забери меня с собой. Кто это? У Наруто получилось? Древо исчезло! Я чувствую, что сейчас способен на все. Он смог дотронуться до клинков Мадары, и они никак на него не повлияли. Вы можете перенести меня, второй? В моем состоянии я могу перенести лишь одного человека. Этого хватит. Теперь мы будем только мешать тебе. Вы что, сдаться решили, что ли? Слышите? Я! Наруто-кун! Спасибо тебе! Когда ты станешь Хокаге, давай выпьем за все, что произошло. Ага. Обито. Ты ранил и убил многих моих друзей. Спасибо, что спас Наруто. Само святое древо. Пришло время единения. Все это из-за того, что супердед-отшельник дал мне свои силы? Тебе меня не одолеть! По сути, я бессмертен! Пришло твое время, Мадара. Один пробудил техники отшельника шести путей, а другой — Ринеган? Это наш последний бой. Решим, кто сильнее раз и насовсем. Искусство отшельника. Стиль тени. Гром. Саске исчез? Телепортация? На какое расстояние? Нет, он не телепортируется. Будь внимательней. Что это? Искусство отшельника. Стиль бури. Клык света. Я наступаю. Саске, он направился к тебе! Они могут увидеть мой лимбо. Еще один Мадара. Он видит его при помощи Ринегана. А другой не видит, но чувствует его. Этот другой я существует в другом невидимом измерении. Лимбо. Откуда у них такая сила? Он единственный, кто смог пробудить Чокутамой Шаринган, как и я. Возможно, мы с Саске делим родство не только по крови. Вот на что ты способен. Значит, чакра отшельника шести путей может влиять на тень Мадары. Похоже, что твоя тень возвращается к тебе после определенного промежутка времени. Наруто, когда тень покидает его тело, иди за ней. Я всегда ненавидел, когда ты отдавал мне приказы. Мадара и его тень будут объединены чуть дольше. Тогда используй мою чакру, чтобы использовать запечатывающую технику. Спасибо, Шукаку! Он смог понять продолжительность лимба, интервал его активации и как с ним бороться. Что бы ни случилось, я должен запомнить, что сражаюсь не с обычными сопляками. Искусство отшельника, стиль магнита! Разенган!
Наруто, прицелься! Наруто, техники, что дал тебе мудрец шести путей. Ты понял, о чем я? Да! Время пришло! Он использовал подмену на своей тени? Саске! Я задержу этого! Похоже, его Ринеган не может достать меня. Быстрее, Саске! Мадара направляется к... Быстрее уничтожь мой Ринеган. Я не смогу долго удерживать черного Зетсу. Камуи! Перенес лишь одну половину. Быстрее! Не смей! Камуи! Саски-кун? Что ты тут делаешь, Сакура? Все произошло так быстро. Мадара украл мой шаринган. Что с Обито? Уничтожь мой глаз. Если я ослабну хотя бы еще немного, черный Зетсу получит не только мое тело, но и мой ринеган. Я не смог имплантировать себе оба ринегана. Я не настоящий его владелец, но я смог достичь всего этого, используя лишь один глаз. Что такое, Сакура? Мы в беде. Обито был на пределе и не мог пошевелиться. Проклятая печать, которую я поместил на твое сердце, исчезла. Я поместил в тебя печать, чтобы ты стал моей марионеткой. Я поместил эти проклятые печати в вас двоих. Судьба – забавная штука. Как иронично, что вы оба избавились от этой печати одним и тем же способом. План был сделать из девчонки Джинчурики Треххвостого, чтобы она обрушила мой гнев на Коноху. Это не был план Скрытого Тумана. Неужели ты думаешь, что внезапная помощь Белого Зетсу и то, что ты смог выбраться из убежища в нужный момент, простое совпадение? Почему я? Ты был добр и всегда заботился о людях. Ты любил Рин, своих друзей и товарищей, Хокаги и других шиноби. Я забираю свой левый глаз.